Но мы решили, что маловато детей у нас в школе, вот, и Светлана Михайловна предложила нам взять, она тоже брала двух девочек. Я взяла Никиту, вот, и Елена Николаевна тоже, девочку и мальчика. Но мы самые первые оказались, и люди, когда увидели, что у нас интернатовские дети, раньше как-то побаивались все-таки какие-то свои соображения, предрассудки и о наследственности, и все такое. Вот. А когда увидели, что дети как дети, дети очень хорошие, и тоже стали брать. И теперь наша деревня наполнилась детскими голосами. Предложили нам путевки, и, в общем, забрали всех детей на зимние каникулы, ну, надо года 4 назад. Слушайте, мы идем по деревне, деревня-то вымерла, как вот раньше, не было детей. И даже, все говорят, даже те, которые говорили когда-то, что вот вы взяли детей, вот они такие бандиты, да, зачем вы это сделали, вот деревня будет... Даже те, которые, ой, как же плохо без них, горки пустеют, там лыжня пустеет. Вот они буквально, наверное, неделю побыли в лагерях, все, деревня опустела.